Салат из куриной грудки – красивый и аппетитный салат. Готовим его с цветной капустой, свежим шпинатом, кукурузой, горошком и оливковым маслом. Он прекрасно насыщает, оставляя чувство легкости. Приготовить вкусный салат из куриной грудки очень легко. Для этого нам потребуется около 30 минут времени, духовка, пекарский рукав и немножечко терпения. Теплый салат насыщает, оставляя приятную легкость. Указанное количество ингредиентов рассчитано для приготовления 3-4 порций. Если вы любите более острые ощущения, то посоветую использовать чеснок, натереть или нашинковать грудку его кусочками, а также добавить в салат кусочки острого перчика. Для модернизации салата можно добавить сухарики, приготовленные из белого хлеба. В таком случае салат приобретет приятный хруст и дополнительный вкус. Успехов и приятного аппетита! Куриная грудка 1 дробь 2 штуки. Пучок свежего шпината 1 штука. Консервированный горошек 1 столовый икон. Консервированная кукуруза 1 столовый икон. Соцветия цветной капусты 2 штуки. Оливковое масло 2 столовые ложки. Соль, черный перец, по вкусу. Количество порций 3-4. Курицу натираем солью, перцем, упаковываем в рукав и отправляем запекаться в духовку на 20 минут. Шпинат моем и просушиваем бумажным полотенцем. Рвем его руками. Добавляем горошек. Кукурузку. Добавляем натертую на мелкой терке цветную капусту. Добавляем оливковое масло. Досаливаем по вкусу и хорошенько перемешиваем. Готовую курочку режем поперек волокон. На тарелку выкладываем по несколько ложек салата. Сверху кладем кусочки курочки и подаем к столу. Приятного аппетита!